стало с другими евреями? Кто не уехал, всех расстреляли. А как вот вы узнали об этом? Где это случилось? Это знал весь город. Это ж, значит, это знал, просто знал весь город. Все, весь город знал, что увозили на какую-то яйцебазу, там расстреливали. Вот, и, значит, возили, значит, куда-то в Гороховку или за Гороховку, и там расстреливали. Даже рассказывали, что слушай, что один немецкий офицер, вот, вот за пулеметом, значит, когда лежал, стрелял, значит, и среди этих вот, кого он должен был расстрелять, увидел девушку, за которой он ухаживал. Ну, красавица, девица, красавица. И вот он должен был ее, значит, тоже расстрелять. И я не помню, или он сошел с ума, или что-то он сделал что-то такое экстравагантное, исключительное, что-то он сделал. Ну, я не помню детали. Вот. А те всех расстреляли, там